Всем здравствуйте! 16 сентября перестало биться сердце поэта Николая Добронравова. Лауреат Государственной премии СССР покинул мир после тяжелой и продолжительной болезни. Российский поэт-песенник долго боролся с недугом, но не смог победить. Пока что нет подробной информации, как провел последние дни легендарный композитор и автор сотни хитов, которые любит и поет вся страна. Его жена Александра Пахмутова пребывает в шоковом состоянии, ведь вместе с мужем она прожила вместе более 65 лет. За долгие годы работы Александра Николаевна создала более 400 песен, и большая часть из них написана на стихи супруга. Советская публика точно знает такие композиции, как «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и многие другие. Пока что официальной информации о дате и месте прощания данных нет. Предполагается, что оно будет открытым, чтобы многие поклонники и почитатели таланта Добронравова смогли лично попрощаться с кумиром. О том, где и когда это случится, родные и близкие сообщат дополнительно. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.